29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. За неделю до этой даты специалисты Центра медицинской профилактики решили подробно рассказать сочинцам о симптомах этого заболевания. Они раздают памятки и говорят, что необходимо предпринять для предотвращения инсульта, а главное – о правильной первой медицинской помощи. Сегодня студентам лекцию читал доктор медицинских наук, профессор-кардиолог Андрей Чернышов. Он подчеркнул, что заболевания эти наследственные. Так что если среди родственников кто-то перенес инфаркт или инсульт, то человек автоматически заносится в группу риска. Ну и следить за образом жизни с молоду крайне необходимо. Здоровье, кроме генетики, очень здорово связано с образом жизни, даже больше, чем с генетикой. И закладка здоровья и качество продолжительности жизни человека закладывается с раннего детства. Поэтому мы здесь и находимся для того, чтобы еще раз заострить внимание молодых людей на этих таких очень важных проблемах, и чтобы они, мы надеемся, и передали своим родителям эту информацию. Помимо информации об инфаркте и инсульте, студенты получили и возможность пройти обследование, измерить артериальное давление, проверить уровень сахара и холестерина в крови, а также состояние сердечно-сосудистой системы. Подобные мероприятия Центр медицинской профилактики проводит у себя на Новогинской, 9, и готов к выездным лекциям по просьбам сочинских учреждений.